Ставь лайк, если ты бро. А с вами Найсик Бро. В этом видео я буду проверять один очень страшный сид на Майнкрафт 1.12.2. Точнее, как проверять? Я уже его проверял, то есть сид сиреноголового. Уже мы играли на нем, но я хочу еще раз пойти туда. Поэтому сиреноголовый. Назовем карту. Режим игры выживания. Все по стандартику. И пишем здесь Siren Head. Просто вот так вот стандартно просто вписываем, и у нас вот этот сид начнется. То есть ключ для генератора мира, Siren Head вписываешь, и можно начинать в принципе. Опа-на, и кажется обычный сид. То есть, а нет, болото. О, посмотрите на это! Это что за генерация? Мне даже интересно стало. Такое вообще бывает. Посмотрите, елочка еще. Красота. Слушайте, мне этот сид уже нравится. Что? Заброшенная деревня? С чего? Меня башню сносит и то, и вот это вот красота просто. И вот это вот. Что? Это что за бред? Это реально странно. Ладно, спокойно, я понял. Просто примем это все. Сначала я посмотрю на это, потом я к бабе Еге схожу, а потом уже проверю вот эту заброшенную деревню. Так, ну для начала надо хотя бы чуть-чуть повыживать, мне кажется. Посмотрите, реально, посмотрите, 4 полосы воды. Вы вообще где-нибудь такое видели? Я всегда мечтал такую неописуемую красоту сделать. Давайте попробуем с шейдерами посмотреть. Вы просто посмотрите на это. Это просто замечательно. Вау. Такая красотища, господи. Вау. Вы реально, вы гляньте. Согласитесь, вообще супер. То есть красотища прям. Мне очень нравится, слушайте. Ой, слепит так глаза. Ой-ой-ой. Ладно, все, отключаем шейдеры, потому что я не хочу с ними снимать. Темно слишком бывает ночью. Все, шейдеры я отключил, но даже так это очень красиво. Все, можно, в принципе, идти дальше. Я думаю, сначала дерево добыть, да, немножечко? Опа, на, вот здесь вот дерево, давай. Стоп, что я хотел? Я уже что-то подзабыл немножечко. Так, я отключил шейдер, я видел воду, я видел заброшенную деревню. Самое основное, что мы должны увидеть, это просто неописуемая жесть. Вот эта вот деревня, это как вообще такое может быть? Что вообще? Какая деревня? Ой, я что-то снова трясусь. Почему так? Я не понимаю просто, что за бред? Почему я так боюсь этого всего? Меня реально пугают вот эти седы уже, не на шутку. Слушайте, так, вот тот домик, я не знаю, я надеюсь, она только вечером спавнится, потому что я не особо прошаренный в майне, то есть я вот эти вот мелочи не знаю, то что там кто-то спавнится, когда, но, в принципе, в основном-то я давно играл в Майнкрафт очень, еще версия 1.5.2, и, в принципе, в основном-то я все знаю, но я не помню вот эти мелочи самые, да? Опа-на, вот здесь вот берем. Помню, я по 50 модов качал, у меня все лагало, было печально. Даже у меня много видео лагающих. Но сейчас я как бы новый компьютер, да, думаю, кто-то знает, кто-то нет. О, горшочек украдем. Кто-то знает, кто-то нет, то, что у меня новый компьютер, и теперь лагов вообще нет. Ну, уже сколько видео, я не помню, уже больше 10 видюх, наверное. Ну, или меньше, не знаю, может быть. Ладно, смотрите, неинтересный вот этот домик. Я даже не буду его трогать, наверное. Я стырил горшочек, не знаю, зачем цветочный горшок. Ладно, поставлю где-нибудь. Может, в деревне жителей заброшенные, хотя... А вдруг они там есть? То есть, а вдруг просто... Стоп. Мы же на сиде сиреноголового. Ребят, я думаю, это будет реально жуткий видос. Мне самому, мне прям вообще интересно. То есть... Такой сид я обожаю, то есть сиреноголовый сид — это вообще самое интересное, что может быть для меня, потому что я сиреноголового обожаю, я боюсь его прям вообще до мурашек, а там какая-то деревня, я даже не знаю, я пока что как бы подготавливаюсь, чтобы пойти туда, потому что я не знаю, а вдруг там зомбаки будут, типа, ну вы поймите, да, зачем мне сразу идти, если я могу пока что вот здесь развиться, ну по логике, да, вот там вот у меня есть уголь, сейчас я что-нибудь добуду, да, и потом мы пойдем туда. Ну согласитесь,
Думаю, вы согласны со мной, то есть почему бы и нет. Ну, конечно, не любите, наверное, так затягиваю я. Но надо, здесь это нужно. Потому что я не хочу просто так сразу идти голеньким. Я даже не знаю, что там, ну согласитесь. В общем, ладно. Все, добываем, нам надо 8 штук, даже 11, да? То есть 8 на печку и 3 на кирку. И тогда у нас будет офигенный лут. Мы сможем уже сделать себе железную кирку. Я не знаю, железную кирку делать или нет. Напишу опросик, хотя не-не-не, итак, ладно, я решаю. Я просто каменную сделаю и все, потому что зачем париться? Да, вот реально зачем? Сейчас увидим, что там. Наверное, ничего прям жуткого не будет. Мне кажется, там просто заброшенная деревня и все. Я больше ни на что не надеюсь, но просто это какая-то странная заброшенная деревня. Она так не выглядит, если она реально заброшена. Тем более это версия 1.12, я не знаю, есть ли здесь вообще заброшенные деревни. Как бы, ну реально... 1.12.2, точнее, версия. Заброшенные деревни здесь есть? Вроде они же позже добавили, не? Я что-то не очень помню. Но нам надо еще похавать добывать, потому что у нас все-таки нормальная сложность. На мирный как-то легко слишком. Хотя мы все-таки здесь не за этим, но я хочу повыживать на этом сиде. Мы же все-таки не просто играем, мы выживаем на сиде. Мы выживаем. То есть нам надо на нормальной сложности выжить на данном сиде. Это будет реально эпик. Потому что смотрите, как здесь много овечек. Причем тут потому что... Ладно, смотрите, просто мы видим кучу овечек. Сейчас мы точно выживем, ребят. Я вам зуб даю, то что мы... Мы посмотрим эту деревню, только сейчас надо немножечко повыживать, точно. И я даже думаю там расположиться. Я там думаю жителей, может там реально, если будут жители, я там расположусь. А если нет? А если сиреноголовый? А если сиреноголовый, я уже не знаю, что делать, ребят. Я просто не представляю, что надо делать, если сиреноголовый. Я не знаю, только прятаться в домиках, чтобы он меня не заметил, и тихо пересидеть. Да, это я вот уже вот представляю, потому что просто вот заброшенное, да? Вот у меня заброшки, это сразу ассоциация с сиреноголовым. То есть... Но не может быть такого, что на заброшках не будет сиреноголового. И тут мне тоже кажется, что его здесь не будет. Ой, то, что он здесь будет. Не может быть сирена... Я уже запутался, короче, я просто не могу это уже сказать, потому что я реально... Я сейчас... Я на кураже сейчас, я просто стою и боюсь. Я боюсь, что будет. У меня, знаете, вот просто паника уже. Ну, посмотрите на это! Это что за ужас? Нет, я даже не знаю, мне уже говорить даже не хочется от страха, я не могу говорить. Я стою, я просто понимаю, то, что там что-то жуткое. И это не шутки, ребят, это жесть. Что мне делать? Ай-яй-яй, я еще и верстак скрафтил, зачем-то второй. Уже реально у меня паника начинается. Ребят, я не знаю, как вам это сказать, но я, кажется, сыкунишка. Я сыкунишка, признаю. Я очень боюсь сиреноголового. Я реально боюсь. Ребят, поддержите лайком, если вы тоже его боитесь. Потому что я не один, надеюсь, такой. Я не один такой, надеюсь, сыкунишка. Любят же много кто бояться их. Они же реально жуткие. Сиреноголовые, вы слышали эти истошные звуки? Я их уже столько раз слышал, и они до сих пор до мурашек просто. Поймите, насколько я боюсь сирену. О, господи. Сейчас понимаю и просто меня... Это... Остолбенел я просто. Ладно, все. Все. Просто спокойно. Сейчас мы быстренько добываем уголь, добываем еду и идем. Все, обещаю. Все, вот просто быстренько. Только надо еще курочки пожарить. Я вот думаю, что мы будем делать в этой деревне. Я там расположусь где-нибудь. У нас есть... Есть! Как же повезло, ребят! Просто повезло, жесть! Потому что у нас есть 3 белые шерсти. И это уже дает нам мотивацию там освоиться. Там построить дом. Это реально нам дает мотивацию. Я думаю, смотрите, у нас уже 4 баранины. Да? Да. И значит, мы можем сделать себе кроватку. Вот так вот. Вот таким образом она делается. Я даже не знаю. Можно покрасить. Можно реально покрасить. Во, нет, фигня цвет. Ужасный цвет. Вот, желтенький, давайте милый желтенький цвет. Почему бы и нет, согласитесь? Это же реально круто. Кстати, я не помню, а желтые краски теперь делать надо или что? Может, как смешать надо? Или просто вот так? Да, вот такая милая кроватка, посмотрите. Вау, как же она выделяется среди Майнкрафта просто. Даже вот эти желтые цветочки не такие красивые. Ладно, сейчас вот так вот, все. И еще, я думаю, сделаю немножечко факелков, потому что они там точно пригодятся. На ночь мы на ночь оставляем эту поход. Хотя не, я утром все-таки тогда пойду. Я там пересплю, наверное. Или там просижу. Давайте, короче, в этой деревне я просижу ночь. Да, вот эта идея. То есть, не до конца ночи. Если что-то увижу, то все, я вырубаю Майнкрафт. То есть, не сразу, а если мы увидим, то я
посижу вот там вот в домиках, если реально что-то будет. А если ничего не будет, то я просто, ну, я досижу до утра и просто ливну с Майнкрафта. Зачем сидеть дальше? Ничего нет на сиде, окей. А если что-то будет, будет круто. Надо, короче, идти туда. Все, утро сейчас, можно идти. Я готов, я набрал силы в карман. Я готов просто, у меня уверенность сейчас. Я уверен, что ничего не произойдет, и мы будем спокойно жить там. Что я боюсь Майнкрафта реально, как будто меня в жизни, как будто вот сейчас за шкирку возьмут просто из экрана, и я умру. О-о, вот это просто, это просто для меня полный шок. Вы посмотрите на это как такое могло случиться с деревней? Кто такое натворил? Вы посмотрите. Это невероятно. Тут просто вся деревня разгромлена. А здесь есть ли кузница? Кузница. Здесь может быть кузница. И я хочу увидеть. Ладно. Стоп, не вечереть ли? Нет, нет, вечереть! Что? Каким образом? Я еще не успел все смотреть. Сиреноголовый, кажется, придет скоро. Я уже... Нет, пожалуйста, только не ночь. Пожалуйста, я умоляю тебя, Майнкрафт. Да зачем? Зачем мне это все? Ладно, все, осваиваемся здесь быстро. Быстро, быстро ищем дом. Где бы? Посмотрите, тут куча разломанных домов и ни одного жителя. Что за бред? Это невероятно, ребят. Согласитесь, что это невероятно. Я думаю, вы тоже в шоке. Напишите в комментариях, страшно ли вам вот это. Вот, я реально, я просто сейчас в шоке. Все, скоро ночь. Надо располагаться где-нибудь. Что? Здесь в колодце воды нет. Ну ладно. Может быть, это и нормально, то, что в колодце воды нет. Но мне кажется, что это все-таки вообще никак не нормально. Это полный бред. И ночь началась, и вон уже луна. Все, надо прятаться, прятаться, прятаться. Куда, куда, куда? Стоп. А, быстрее, быстрее. Кстати, жено, ночь. У нас нормальная сложность. То есть, что твою за ногу? Что это? Земля просто пробила дом. Посмотрите, насколько здесь все заброшено. Вот она, кузница. Все, заходим сюда. Здесь паутина. 64 в стаке. Сколько-то там стаков в сундуке. Я не знаю, что делать. Я вот здесь расположусь. Я вот такую кроватку здесь поставлю, наверное. И все, достаточно. У нас есть здесь, в принципе, все для выживания. И можно ставить факела. О-оу, отвали. Все, скелеты, вы мне сейчас не мешайте, потому что я сейчас, мне не до вас, мне реально не до вас. Все, давайте, идите сюда, получай. Все, успокойтесь. Нет, пожалуйста, не убивай меня. Нет, все. Успокойся. Я умер. Надо бежать срочно в ту деревню, потому что если я не успею добежать, то, мне кажется, будут проблемы. Мне уже как-то стрёмно немножечко. Кстати, да, еще я хотел взять паутину. Да, гениально, можно закрыться. Дом закрыть в паутине, кстати. Все, идем, быстрее. Я сейчас должен успеть, Все, идем. Прыжок. И аккуратненько все спускаемся. Там скелеты эти, чертовы, они мне мешают. Еще паук, ну господи, за что? Я, кажется... Может, мирно поставить? Не-не-не-не-не, я мужик, я смогу это все сделать. Я выживу здесь. Нет, пожалуйста. Тихо. Спокойно, паучок. Не трогать меня. Все, я ухожу. Я просто покидаю эту территорию. Я иду быстренько. Заброшенная деревня все-таки это не такой уж и кайф. Я думаю, что это реально круто, а на деле-то... Вот что получается, скелет меня убивает, сейчас он пропал, да? А мобы пропадают вроде после того, как они тебя убивают, как я помню, да? Или нет? Напишите в комментариях, если вы знаете, хотя ладно, без разницы. Все, я хотел еще посмотреть, что у нас в печках, есть ли что? Вроде бы ничего нет, переплавить мы, к сожалению, ничего реально не можем, ладно, тогда заберем обратно. Стоп! Я не понял сейчас... Я слышу сирену. Нет, пожалуйста. Это что, реально? Где-то сирена головы шастает? О, нет. Крипер, иди сюда. Я всю злость вымешу на тебе. Сирена головой. Я реально слышу его. Где он? Может, в горах? Меня снова потеют руки от страха. Ладно, шучу, не потеют. Так просто в тему пошутил, и мне смешно, но мне страшно. То есть, мне и страшно, и смешно сейчас просто. Биполярочка. Господи, посмотрите, тут все просто в этой... Как она называется? Лазанье, блин, Гарфилда. Ладно, какая лазанья? Я забыл, как называется. Вроде бы она называется... Забыл.
Лиана. Стоп. Что? Я сильнее слышу сирену. Бред какой-то. Не. Слушайте, не может здесь быть никаких сирен. Не, все нормально, нет никаких сиреноголовых. И правда нет. О! Что? Тихо. Это... Что? Какого черта? Это сиреноголовый? А... Ладно. Я не знаю, что делать. Типа, передо мной прям сиреноголовый сейчас стоит. И он реально там. Что делать? Я даже не представляю. Типа, прятаться? А какой смысл? Он же увидит. Ладно, он пока не подошел еще к деревне. То есть, тут нельзя нормально выжить. А, не, можно все-таки. Все, вот сюда вот. Вот здесь я могу посмотреть, где сиреноголовый. Вон он. О, господи. Что это за... Меня это немножечко... Ну как немножечко? Меня это сильно пугает. Ну ладно, хотя бы мобики есть. Стоп. Сиреноголовый, он реально там. Он там что-то... Что он там делает-то? Нет. Что? Ладно, сейчас попытаюсь расправиться с этими мобами. О, господи, что же за бред-то, а? Просто бредятина какая. Да что? Как он там очутился? Стоп. Я слышу капец громко. О, нет. Иди сюда. На, получай. Получайте. Все. Спокойно. Сейчас не до вас. Что там сиреноголовый делает? Ладно, подойдем поближе. Подойдем реально поближе, потому что это что-то ненормальное. Откуда тут сиреноголовый? Он меня увидел. Что делать? В дом, в какой-нибудь дом. Все. Стоп. Куда зайти? Ой! Тихо. Еще только луна еще. Луна наверху. Он меня видит, он не может меня достать. Стоп, вот сюда. Все, здесь надо пересидеть. Хотя ладно. Все-таки, чтобы... Он реально тут. Жесть. Какая жесть. Я его реально заснял. Сиреноголового. Я просто в шоке. Вот он. О, нет. Ай! Он меня убил. Что? Что за бред? Что за бредятина? Как? Я его видел. Точно, он там ходит. Он около этой деревни ходит, шастает. Стоп, я вообще туда иду. Господи, я потерялся. Надо найтись. Так, вроде бы ориентируемся. Так, вон туда. Так, идем. Стоп, здесь что-нибудь скрафтить никак не получится. Да, у меня вообще ничего в инвентаре нет. Надо было keep inventory ставить, а у меня читов нет. К сожалению, господи. Почему же так не повезло-то? Я бы сейчас... Надо было с читами играть. Сейчас бы keep inventory поставил, просто скрафтил бы и что-нибудь, как-нибудь с лука его запиндерил. И, кстати, уже утреет. Стоп. Подождите. Так, мобы сейчас должны умирать. Ага. Так, Стоп. Куда он делся? Эй! Я даже не слышу сирены. То есть она стихла прям вот сейчас. В траве, когда я был, она стихла просто. И утро началось. И все? Не знаю, как вам, но мне очень понравился этот сид. И меня убил сиреноголовый, и кажется, он ушел после этого. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.